Всем привет, с вами СТИВПРО, и сегодня я покажу мод Pocket Creature для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашей мире появляется аж 50 новых мобов. Что ж, первым нашим мобом будет обычная лошадка. Но, как видите, нас заспавнился осёл. Да, с каким-то шансом, как НПК-версия Майнкрафта, нас заспавнился совершенно обычный осёл. Дальше у нас идет совершенно обычная змейка, но если она вас нападет, то она на вас наложит эффект отравления, который довольно быстро вас может убить. Что ж, давайте отлетим от нее и заспавним довольно, давно вымершего динозавра. Да, вот такой динозавр, да, который вас также будет бояться, к сожалению, он будет вас бояться и будет от вас убегать. Дальше у нас идет совершенно обычная черепашка, которая будет довольно очень медленно передвигаться. Да, она будет очень-очень медлительной, потому что на ней наложены эффекты медлительности. Дальше у нас идет пингвин, который должен, по идее, обитать в зимнем биоме. Но, как видите, он прикольно машет своими крыльями, да. Я не знаю, почему он машет крыльями, но иногда он машет с крыльями. Дальше у нас идет вот такой жираф, да, с длинной шеей, текстура довольно хорошо прорисована, никаких пока багов и вылетов я не замечаю, и все очень хорошо сделано. Это у нас горилла, вот такая странная горилла. А, у нее есть задние лапы, я просто не заметил, тогда это совершенно обычная горилла. И на ней тоже наложен какой-то эффект. Это у нас просто очень классный слон, который сделали очень классным слоном. Он просто хорошо прорисован, сказать о нем нечего, но, к сожалению, у него нет хвоста. Вот это довольно большой минус. И это у нас олень, который от нас также убегает, потому что он совершенно боится. Но, к сожалению, по оленю можно понять, что это всего лишь замененный кролик, да. Потому что этот олень как-то, можно сказать, прыгает, как наш обычный кролик-пингвин. Привет. А, ну что ж, так, наверху, как видите, что это? Как ты тут забрался, дружок? Смотрите, туда смог забраться вот этот динозавр. Так, давайте его столкнем. Ну, вниз. Вниз. Давай вниз. А, он сам упал. И умер. Но, к сожалению, с него, кроме опыта, больше ничего не дропнулось. Да, здесь также есть новые вещи, которые вы можете добыть с этих мобов. Но, к сожалению, не всех мобов попадают в новые блоки. И также есть крот. Если вы подойдете к нему, то он сразу начнет взрываться. Но, к сожалению, здесь есть ограничение мира, поэтому взорваться он до конца не сможет. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.